Как и обещал садоводам глава города Андрей Шубин, ремонт дороги в Кукуевке включили в совместную программу «Любимый город». Дороги внутри садоводческих товариществ «Десна» и «Строитель» не ремонтировались последние несколько лет. Поэтому эту новость дачники восприняли с особым энтузиазмом. Сама идея хорошая, дорогу отремонтировать. Сделано. А дальше как там, мы не знаем. Ну, а в городе вообще много уже. Вот в нашем микрорайоне тут детскую площадочку уже поставили. Нормально облагородили. В городе много что делается. В сентябре, согласно плану, дорожники приступили к работе. Средства были выделены на ямочный ремонт. Дорожники меняют асфальтовое полотно картами. Качество ремонтных работ администрация держит под постоянным контролем. Специалисты комитета по городскому хозяйству выезжают с инспекцией в Кукуевку практически ежедневно.